Всем привет, вы на игровом канале Bullets Union. Мы продолжаем получать по морде и давать по морде в челлендж моде в Batman Arkham Asylum. Так, соответственно, находим последний бой, в котором мы поучаствовали. А вот он, да. Не получилось чуть не последний. Так, ну. У нас три попытки. Да, вот здесь вот у нас были еще бои, я вот это помню. Бесконечный бой. Давайте, у нас будет три попыточки. Три. Attention! We have an escaped patient! Dresses like a bat! Oh, what an idiot! Так. Should be considered cartoon editing! Я даже считать не буду. Лучше счет будем смотреть. 5000 есть. Семеру пропрыгнули. Я рассчитываю хотя бы на полтос. Ну, то есть, так вот, честно, скромно, да? Этот бей. Этот чувак, короче, мелкий. Так. Это надо ударить так. Так, 14 прошли. Я честно, я уже даже боюсь добивание делать, потому что по этому мелкому могу промазать. Так, 28 есть. Кстати, комбарь. Вот сильный прикрежен. Так. Обалдеть, он еще и комбо сбивает. Твою мать. Пошел. Здесь теперь только вы, что ли? О, господи, ты обалдели уже в край. Я просто... Обалдеть, они теперь есть везде. А следующей стадии вообще никого кроме них не будет. И просто как добивание мне использовать? Блин, это обалдеть. Ладно. Ну я, короче, обещал полтинник. Твою, пошел к черту, мелкая тварь. Вот честно, я нажал 5 раз. Вот вам пару тос.
стараюсь не пропускать. Я нажал. Вот честно, сейчас нажал. Я добивание просто не могу делать нормально. Так. Смысл к ним. Пошел в задницу. Нет, можно больше, короче, если комбари не сбивать, если, наверное, вообще добиваниями не пользоваться, нам выйдет даже лучше, потому что очень часто просираешь комбо из-за того, что пытаешься этого мелкого конченого поймать, а он когда перепрыгнешь, то комбарь сбивает. Две 400. Окей. Okay. 400. А мы, я так понимаю, в том переулке, где его родители убили, похоже, да? Классно, все. Ну ладно, три попытки не хватит, чтобы здесь что-нибудь выбить нормально, я думаю. Девяточку прошли. Блин, близко стоит ко всем. Ну сейчас он добавит, короче, будет где-то 14. А там сколько? 1015-20 надо. Я просто как обычно ничего не посмотрел. Ну давайте. Так. Потому что иначе это было бы неадекватно легко.
20. Можно сильно больше. Но я думаю, можно где-то 35 набить. Не меньше, я... То есть, если бы я в том раунде по морде не получил, может быть, намного лучше пройти. Ну вот. Вот еще одна попыточка и все. Переигрывать это смысла нет. И еще один бесконечный раунд у нас. Опять без голема, опять в броне, опять член выйдет. Короче, смысл тоже пытаемся по боссу набрать. По боссу будем считать, что сюда не пройдем. Чё, волк такой, что ли? Короче, урон вообще нельзя получать. Это было, наверное, лучшее, что я мог бы сделать. Так, ну все мы эти испытания прошли. Я не хочу повторять. Знаете, что я хочу? Я, наверное, хочу попробовать уровни, в которых у меня трех этих... Нет. Вот это вот, например, да? Перепройти. Я понимаю, что там три попытки, все дела, но у нас осталось куча времени. Грех не попробовать. А ну лежать. О, да, сейчас спину тебя сломал нафиг. Ну смотрите, сейчас мы сходу возьмем. Давайте до сиешки что-то смотреть или еще что-нибудь. Сейчас посмотрим. Тебя сразу добиваем. Пошел к черту. Так. 5.5. Шестерку там давали. Сейчас 18.
10 тысяч. Обалденно. Я сбил там всех. Да, тебя сразу. Нафиг. Все равно мало. Вот и все. Ненавижу этих чуваков с ящиками. Давайте еще раз попробуем. Блин, мне честно просто обидно. Здесь вроде как легко все должно выполняться. Так. Еще хуже, косарь. Да, обалденно. Это я могу. Need to order more henchmen. Good ones this time. Так. Около 4 в прошлый раз, по-моему, было. Собственно, как сейчас будет. Это 5, ладно. Да, короче, я вспомнил, мне в прошлый раз наградку дал, вот это 7 тысяч, по-моему, за второй раунд, да? Я, правда, не особо сейчас задумываюсь. Третий. Что, коснушка, знаю. Я думаю, может, за то, что я урон не буду получать весь бой. То, что ли? А, мне не поможет, чё б не дали. Там даже есть 5000, если не поможет. Да. Ладно, давайте еще одна попытка и идем смотреть досьешки и фигешки. Или вообще просто заканчивать. Ну, собственно, много чего выжили из этого Бэтмена. Good evening, Arkham Asylum! Tonight we will all watch Batman! Yeah. Давайте по максимуму. Все. Там порядок. Ну, как обычно, короче, что-то где-то потерял. Фига, он вскочил, а сломанные руки, чуть сальто на месте провернул.
Ну, давайте. Так. Да какого черта? Каждый раз... Да иди ты в задницу, ну просто, серьезно. Он опять оказался в другом углу карты. Какого черта он там вообще забыл? Какой хрен он так медленно ко мне бежал? Ну, блин, это, ребята, так обидно просто. Ну, я не знаю, как объяснить уже. Просто натурально они разбегаются. Я последний, да? И вот опять, он сзади. То есть, понимаете? Фиг с тобой. 14 тысяч на день. Don't get too cocky, Batman! I'll get you next time. Пофиг. Тогда мне на все пофиг. Или знаете даже, ну, смысл, наверное, все это смотреть, да? Если желание будет, я все это покажу. Мы по новой зайдем, посмотрим все это. Если в комментариях напишете, спросите что-нибудь такое, то без проблем. А так, я думаю, будем готовить вторую часть. Мы прошли отсюда сколько? 81% от всей игры. Ну, там еще надо загадка насобирать, сколько у нас там осталось-то. 78 штук. Неплохо. В общем, как-то так. А досье у нас не все. А так, давайте на этом заканчивать тогда. После небольшого перерыва у нас опять стартует Бэтмен, только в этот раз Arkham City. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, показывайте видео своим друзьям. До новых встреч, пока-пока.